Саран-саран, с вами Риран. Сегодня мы с вами будем Лихай смотреть. No One называется. Ногу Опсо. Feed BI is icon. Будет здесь. Ой, она прям как куква. Ух ты, какие рукава. Что-то обещает быть очень красивым. Мне нравится атмосфера сказочная, что-то мне Питер Пэн вспоминается. Она очень красивая в этом клипе. Она вообще красивая, но тут мне нравится ее образ, макияж. Ку-ку. Да, ручка на двери, походу. На луну похоже. Да. А, дверь шкаф. А там Нарния, да? Ага, все, ушла. Такая, так, надо бы переодеться. Ага. Ой, блин. Кстати, вы слышите, музыка такая прикольная. Ух ты. Это сумочка, бинокль, что это? О, бяй. А, он маленький принц, я поняла. Не знала, что у маленького принца были такие крутые штаны. А еще у него есть дверь. Слушайте, как красиво. Очень красиво, блин, на этой кровати. Так звучит странно. Так, куча кошек. Теперь она как Алиса. Алиса-киса. Ну да, типа кошечка, ага. Блин, слушайте, как красиво. Вот эти кадры самые красивые, где она на кровати. Бал. Сейчас у меня... Ой, там самый главный кот. Что-то мне вспомнилось по атмосфере этот... Джулиетта Шайниковская. Блин, тут она уже с каре. Блин, это так миленько. Любовь, да, нет? Она посмотрела это все. Сейчас такие бац, и все вспомнили цветочек бантановский. Это же, блин, закончился. Сейчас все увелось таким кадром красивым. Ну, это очень круто. Если возвращаться, я считаю, то только вот так, да. Я думаю, что многим артистам стоит поучиться, как надо возвращаться спустя долгое время, потому что это было мега круто. Да. Надо снять наушники. Я про все на свете забыла. Мне очень понравилось. Мне даже музыка со звучанием. Хотя, вы знаете, без клипа, наверное, я бы не обратила так настолько внимания. Кроме того, что, конечно же, у нее шикарный голос. Но клип прям все. Создал всю атмосферу, и она в нем просто была идеально шикарная. Вот здесь вот голосуем. Как всегда, пишите свои отзывы. Буду читать, 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 перечитывать. А на этом все. Саран-саран, с вами была Риран. Я всех целую, люблю. Пока-пока.